Hello, Hello. how are you, Артём? Thanks, fine. And you, Nick? Very well, thank you. Okay. Сегодня мы с вами будем знакомиться со спряжением глагола have got. В английском языке глагол have got переводится на русский язык «я имею, у меня есть». Давайте-ка проспрягаем этот глагол. Подставим к нему все личные местоимения I, you, she, he, it, we, you, they. Как переводится местоимение I? Я. You. Ты. She. Она. He. Он. Yes. It. Это. Он, она, оно. Для всех неодушевленных предметов и животных. We. Мы. You. Ты. Вы. You выше уже было, число единственное. You – ты. А здесь you переводится вы, как число множественное. Вы – группа людей. Okay? They. Они. Okay. Nick, repeat, please. I have, you I have, have got. I have got, you have got, she has got, he has got, it has got, we have got, you have got, they have got. Артём, please. I have got, you have got, she has got, he has got, it has got, we have got, you have got, they have got. Okay. Как же строятся вопросительные предложения с этим глаголом? Общий вопрос строится так. На первое место мы ставим глагол have или has. Have you got? У тебя есть? Has she got? У нее есть? Who has got? Переводится у кого есть. Например, who has got a pen? У кого есть ручка? Как вы скажете по-английски? У кого есть карандаш? Who has got a pencil? Yes. Артём, она имеет что-то? У нее есть что-то? Спросил. Has she Got. got? Yes. У тебя есть? Ник. Have you got? Yeah. У них есть? Они имеют что-то? They Have? got. Еще раз. They have got. Have they got? Have. Утвердительные ответы звучат так. Yes, I have got. Да, у меня есть. Yes, she has got. Да, у нее есть. В третьем лице единственного числа, когда у нас будет местоимение she, he, it, у нас будет так звучать ответ утвердительный. Yes, she has got. Yes, it has got. Yes, he has got. Конечно, да, у них есть, они имеют. Yes, they have got. Окей. Да, у тебя есть, Артём. Yes, I You have have got. got. Да, у него есть, Ник. Yes, he has got. Окей. Отрицательные ответы образуются следующим образом. Мы говорим слово no, I have not got. Или краткая форма no, I haven't got. Нет, у меня нет. No, he has not got. Или no, he hasn't got. Нет, у него нет. Как ты скажешь, Ник? Нет, у нас нет. No, we haven't Got. got. Артём, как ты скажешь? Нет, у него нет. No, he has He has not got. Нет, у нее нет, Ник. No, she hasn't got. Yes, язык. У тебя есть мама? Да. Please translate. Ник. Have you got a mother? Yes, I have. Okay. Has he got a brother? No, he hasn't. У вас есть машина? Да, есть. Have you got a car? Yes, I have. Good. У кого есть сестра? Кто имеет сестру? У меня. Who has got a sister? У меня. Я имею. I have got. Yes. У тебя есть бабушка? Нет. Но у меня есть дедушка. Have you got a grandmother? No, but I, no, I haven't, but I have a grandfather. I have got
A grandfather. Окей. Не забудьте дома хорошенечко выучить спряжение глагола have got. Окей? Thank you very much. Goodbye. Bye. Goodbye.